В Афинском музее представлены удивительные механизмы, созданные в Древней Греции более 2000 лет назад. Среди них этот слуга. Его сделал Филон Византийский в 3 веке до нашей эры. Устройство считается первым в истории роботом. Его использовали во время фестивалей, чтобы наполнять гостям бокалы. Сначала он наливал вино, а потом воду. А эти автоматические двери древние греки считали настоящим чудом. На самом деле весь фокус в законах физики. В земле находится устройство, которое с помощью пара, воды и системы весов приводит в движение дверь. Работало это так. На алтаре перед храмом зажигали огонь, и спустя время двери распахивались. Первый аналоговый компьютер тоже сделали греки. Это антикитерское устройство, созданное более 2000 лет назад. Сложная система из дисков и шестеренок могла определять астрономические и календарные события. Первый будильник, оказывается, тоже изобрели в Древней Греции. Его придумал философ Платон. Он хитро соединил керамические амфоры с водой, и в нужное время его устройство издавало звук птичьей трели. Коллекцию невероятных изобретений собирали по всему миру в течение 22 лет. Сейчас в музее представлено более сотни уникальных экспонатов.